Привет, друзья! С вами Татьяна. Мы находимся с вами в Гулливере. Такой у нас есть торговый центр. Мы с вами пойдем в Утеркое. Если я правильно произношу, поправьте меня. Такая у них новая коллекция. Давайте ее подробно рассмотрим. Расскажите мне, девчонки, вам нравится со мной ходить по магазинам, рассматривать витрины, цены, ассортимент? Если нравится, новенькие, подписывайтесь. Вам не трудно, мне приятно. Пальто стоит 11 500, 350 евро. Смотрите, какое оно интересное. И на рукаве вышивка. Очень минималистичное, но в то же самое время с вышивкой. 360 евро, я сказала. Блуза и брюки стоят 3900 гривен, 122 евро. Блуза такой анималистичный принт. Везде, во всех магазинах, во всех брендах есть этот анималистичный принт. Некоторым уже он надоел, но терпим, терпим. Говорят, он уже переходит в классику. Так что он с нами надолго. Туфли 4500, 140 евро. Такой интересный там скульптурный каблучок. Вот такие есть. Видите, острый нос, полсапожки и кожаный пиджак. Я думаю, что это пиджак. Кожаный жакет 10500 гривен. 328 евро. И такая сумка очень блестящая, с таким кольцом. Сумка 2990 евро. Плохо видно, ну вот. Надеюсь, так лучше видно. Брюки на этом там манекене 4125 евро. Видите, такие крупные пуговицы. Вы же знаете, в этом году тренд большие пуговицы. Очень многие модели украшают такими пуговицами. Вот это платье 6000 гривен, 188 евро. Трикотаж такой интересный крой. Видите, низ подол платья неровный. Такая комбинация. А бижутерия стоит 950 гривен, 30 евро. А вот пояс 2990 евро. Вот такие товары здесь продаются. Вот эти сумочки. Это 10312 евро, а это чуть поменьше 5000 гривен. Около 5000. 153 евро. 4900 она стоит, если уж быть точной. Вот. И такая обувь стоит 6000 гривен. 6000 гривен это 188 евро. Так, 7000 гривен, 7000 гривен, 218 евро. 7000 гривен, смотрите, какие сапоги. 218 евро. И вот еще такие сумки. Одна стоит тоже 7000, другая 4900. Так что приблизительно цены вы уже знаете в этом магазине. И здесь манекены, смотрите, какая красивая рубашка, блуза, украшения такие интересные тоже, такие пиджачки без воротника, сумочка, ну вот, смотрите, нравится вам или нет, топики интересные тоже здесь продаются, рубашка 3400, 106 евро, смотрите еще какие здесь продаются украшения, очки. Выбирайте, кому что нравится. Вот такая юбка. 8000 гривен. 250 евро. Такая прелесть. И вот еще рубашки. Анималистичный принт и растительный наложен сверху этого принта. 3900 гривен. Это 122 евро приблизительно. Еще вот такие здесь продаются трикотажные костюмы.
4 500 140 евро. А этот кожаный пиджак, сейчас посмотрим, если тут есть цена, скажу вам. Косуха 10 500 328 евро. Со стразами такие брюки 3 900 122 евро. Вот, смотрите. 11 500 360 евро. Видите, такая интересная куртка. 3 900. Вот такая блуза с запахом. Здесь завязывается пиджачок такой очень цветной. 7 218 евро. Вот здесь такая ткань. И смотрите, какие здесь сумочки продаются. Давайте их рассмотрим поближе. Вот сумки. Анималистичный принт. Ох, сколько его, этого принта. Очень-очень много. 4 900, 153 евро. Такие вот сумочки. 7 218 евро. Вот такая сумка. Ну, вот. И вот такие платочки здесь продаются. Опять же, анималистичный принт. Очень много здесь интересных товаров. Смотрите, а вот какая юбка красивая. Ух, какая она с разрезом на боку. Замечательная юбка. У кого красивая фигура вообще. Смотрите, талия, там небольшой карман, как будто сбоку. Стоит она 10 тысяч гривен. 312 евро. Платье с запахом 6 тысяч гривен. Так она выглядит. 188 евро. Смотрим здесь. Вот так, такой пояс, завязочки, рукавчик, пуговичка на рукаве. Вот такое замечательное платье. 10 500 328 евро. Куртка-косуха. 4 500 140 евро. Вот такие молочные брюки. 3 900 122 123 евро. Вот эта вещь. Вот здесь платье лучше видно. Смотрите, как она выглядит. И вот еще такой лук можно составить. Смотрите, какая здесь рубашечка тоже интересная. С буквами. 4900 гривен. 153 евро. И вот перфорированная такая кожаная курточка есть. Видите? Это тоже пиджак, наверное. 11 500, очень-очень длинный. Вот, интересная тоже вещь такая. Вот такие есть туфельки. И вот блузочка. Рукавчик, смотрите, какой здесь кружевной. 3 900 гривен. Смотрите, какие украшения. Вот это украшение 2 900, смотрите, стоит. И вот еще такие интересные очень украшения, сумки. Вот такие кольца 1400 гривен, 40 евро. И вот, смотрите, очки. Такая сумочка очень красивая. Отвески разные. И вот такие. В таких кирпичных тонах. И вот, смотрите, еще такая одежда, горох. Вот, смотрите, какая блузочка. 3 400, 106 евро. Вот длинный рукав у нее. И такой горох. 7 тысяч гривен жакет, извините. Такой он какой-то желтовато, ну, даже не знаю, горчичного цвета. 11 500, куртка-косуха, такого кирпичного цвета. Ну вот, друзья, смотрите, такие шорты кожаные. Вот под велюр такой жакет. 7 000 гривен, 218 евро, такие шортики. Вот, замечательно смотрится на стройные ножки, то, что надо. 7 000 гривен, такое платье горох, очень-очень длинное, с пуговицами. И пуговицы здесь тоже очень интересные.
10 тысяч гривен, 312 евро, такое горчичного цвета пальто. Вот такая здесь обувь, мне нравится обувь в этом магазине, смотрите, туфли, ой, любимый мой цвет. 4500 стоит 140 евро, такой каблучок. Вот, смотрите, рассматриваем, какая здесь обувь. Украшения всякие разные на обуви. И вот тоже босоножки новенькие. 4900, 153 евро. Я думаю, где-то приблизительно все здесь так стоит. Эти тоже 4900. 16500, 515 евро. Такая куртка. Видите, какие здесь трассы. В общем, замечательные здесь товары. Есть что рассматривать. Красивенькие такие платочки. Вот еще такие. Подглянем. И вот такие украшения. Друзья мои, если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, новенькие. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. 3900. Пока-пока, друзья мои. До новых видео. С вами Татьяна.